Легкоатлеты, которых не допустили к Олимпиаде, в эти минуты в Москве принимают участие во всероссийских соревнованиях «Звезды в 2016». Они проходят на стадионе имени братьев Знаменских. Участие принимают сильнейшие спортсмены страны. На турнир заявлены, в частности, Сергей Шубенков, Иван Ухов и многие другие. За выступлениями, правда, с трибун следит и двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по прыжкам в высоту с шестом Елена Исинбаева. Сегодня она заявила журналистам, что как чистый спортсмен будет добиваться в судах защиты своих прав и намерена это делать до конца. Русских не сломать. Мы не раз падали и вставали, а нас часто давили, пытались сломать, но ничего ни у кого не получалось. Что нас не убивает, делает сильнее.